15 минут. Держитесь курса. Давай, гречкой. Ногой. Ногой. Гречка. 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 16 часов в Москве, в студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Блогер Соколовский, обвивший Бахимова в храме, получил 3,5 года условного признания виновным в оскорблении чувств верующих. Адвокат Соколовского назвал условный срок безусловной победой, но это мнение разделяется. Россия может ответить зеркально на изъятие двух загородных резидентов российских дипломатов США. Санкции могут коснуться американской недвижимости в Москве. Под арест, в частности, может попасть резиденция американского посла Спаса Хаус в районе Арбата. Может покинуть пост посла в Вашингтоне и будет выдвинуться на пост председателя Немалча. Может стать замглавой МИДа Антона. В чем причина этого остановок? Собаки за ним выходят. Дури собаки. Гришка ты мой. Гришка мой. Гриша.